Федеральный научный центр овощеводства, бывший в ней СОК, с 1920 года непрерывно совершенствуется в селекции овощей. Сегодня ученые центра работают с капустными, луковыми, тыквенными, бобовыми, бахчевыми и другими культурами. Большой вклад в его развитие внес Виктор Пивоваров. Раньше он возглавлял в ней СОК, а сейчас академик Российской академии сельскохозяйственных наук является научным руководителем центра. 18 апреля Виктору Федоровичу исполнилось 80 лет. Благодаря вашим трудам вы создали вот эту научную экологическую школу в селекции овощей. Она устояла не только в 90-е годы, но еще и получила свое продолжение, развитие. Сейчас это такой уже научно-методический центр. Глава округа отметил, профессиональную школу Пивоварова получили 45 кандидатов и 20 докторов наук. Сейчас они продолжают вести деятельность за рубежом. Куба, Узбекистан, Туркменистан, Азербайджан. Знания, полученные у Виктора Федоровича, не теряют своей ценности. Эмилия Аркелян, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».